Здравствуйте, друзья! Дмитрий Балковский, goldenfront.ru, снова с вами, с рассказами о монетках. Сейчас я расскажу вам об американском серебряном орле. Это самая популярная серебряная монета в мире. В прошлом году было продано 47 миллионов экземпляров вот этой вот замечательной монеты. Монета действительно красивая, она зеркальная. Вот посмотрите, на лицевой стороне изображена шагающая свобода, а сзади, перевернутый снизу вверх, то есть головой вниз, висит американский лысый орел, символ американской независимости. Монета содержит в себе 31,1 грамма серебра, номиналом всего 1 доллар. То есть, что это значит, чтобы вы знали, если вы окажетесь в Америке, у вас будет в кармане эта замечательная монетка, вы можете пойти в магазин и расплатиться ею за что-нибудь, что стоит 1 доллар США или менее. Но на рынке стоимость серебра, содержащегося в ней, конечно, значительно выше. То есть, стоит она обычно более 25 долларов. Еще один момент, который хотелось бы упомянуть. Монеты продаются в тубах по 20 штук. Смотрите, как удобно это сделано. Тубу легко открыть. Видите, в ней находится 20 таких вот замечательных серебряных изделий. А тубы, в свою очередь, размещаются в ящиках, в которых помещается 500 таких вот монет. Или 25 туб. Ящики такие называются монстр-боксы. Монеты, соответственно, чеканятся американским монетным двором США. Чеканится уже много десятков лет и пользуется огромной популярностью у сберегателей и коллекционеров. Хотелось бы поблагодарить ресторан «Азербайджан», улица Демьяна Бедного, дом 4, за предоставленную возможность снимать такие интересные и содержательные видео. Читайте goldenfront.ru. Спасибо вам.